Что там пришел лес, нет? Утка, это хуйня полнейшая. Порезать Угу. людей, в трубу не заходите без команды. Постойте там перед трубой. Что тебе еще дать? Трех человек еще ресните? Да, конечно, в хила, блин. Арчич придумал тут. Командир, блин. Чего, блин? Ты там нас упал, блядь, или не показалось? Так. Аспект вырубите, побежали. Сейчас включу еще раз. Музыка закончилась. Слушай, Влад, я тебе отвечаю, я когда с пугами ходил на Динрейд, я видел, как протопал, вот собирал весь трэш под лужей ханта. Вот. Так а я не собирал весь трэш под лужей ханта, когда мы ночью уходили. Ну вот, чисто вот не вот здесь, вот не на решетках, а вот уже ближе, блядь, к боссу к самому. Ну вот, где вот они уже сбегаются, блядь. Я с двух пачек арчи водил. Один. Кто его водить сейчас будет? Ты? Так, док спекнется в танка. Агрессив спекнется в танка. Вы танчите босса вдвоем. Вот, мы с тобой поводим, короче, трэшик. Два ханта. Нет, блядь, не два ханта. Угу. Так, как сделать, ну? Рога, есть яд анестезирующий? Ну, который, блядь, замедляющий. А, снимающий эту хуйню, блядь. Берсу. Давай, ты, короче, поснимаешь берсу, а два ханта будет с двумя ДКшниками водить уже. В смысле нету танка, блядь? Он полный спекнись в протика. Шаришь, как танчить надо? А что делать тут надо? Тебе надо танчить босса и смотреть на стаки дога. Когда у него будет три стака, да, дог? Три же стака надо. В общем, три стака на нем видишь, таунтишь. Все. Да не, давай по три лучше, по три стака держите. Все, увидел на нем три стака штуки, которые минус хил дает, как мортал. Затаунтил с него, стоишь, ждешь. На тебя три стака повешал, все с тебя забрал. И так, как бы, меняйтесь друг с другом. Не забывайтесь прожиматься, как бы, какие-то девки отдавать свои. Массовые девки отдавать. Все, задача рейда здесь не тупить, и когда будет исступление у босса, то есть он ударит ногой по полу, и трэш станет мало хп. Да, ты не свечишься, Рога. То есть трэшик пойдет вот с этих вот двух меток, со звездочки, и что это, блядь, такое, и печень. С той стороны босса еще одна. Они пойдут в метку к боссу ближе. То есть это будет ромбик. Вам нужно будет слить их, чтобы они не дошли до этой метки. То есть мы сведем трэшик до исступления. Будем его кайтить. Ловить новый, который будет выходить. Потом он топнет босс. У трэша станет мало хп по 100к, короче. И трэш весь пойдет к боссу. И чтобы он его не съел и не отхилился, вам нужно будет его максимально быстро слить. И максимально быстро свичнуться босса и добить его. А как этот дебаф вообще выглядит? Ну, стаки эти. Знаешь, как у Вара безрассудство выглядит? Нет. Как пассивка, блядь, в Варкрафте в третьем у этого, нахуй, на крит. Я тебе скажу, как разобрать. Окей. Все, так проще. Так, давай, Верзевул, со мной бегаешь, звезде. А, Войд, с тобой Хан с первой пати. Все, ставите трапы, раз эти, блядь.
как их называют, искать те трапы, которые замедляющие. И по возможности напуливайте трэшек, который мы не успеваем ловить. Вот. Вот и все. А рейд бьет босса. И не слакает. Паску киньте, уже паладин и второй. Давайте. Два рестер-друида холипал на танках будут, на которых босса танчат. Кто-то не кинул каску. Арчи и второй Аршам. Похилите нас. Давай, Арчи, хиль печеньку. Второй Аршам звездочку. Сейчас на 5 секунд отдам. 3, 4, 5. Не успел. Так, Аршан с печенькой, да? Ой, блядь, Арчи с печенькой ходишь, да? Я да, а что делать? Хилишь, блядь. Ну, я БДК. Понял, а нахуй с печенькой. Войда хилишь и сам живешь. Я понял. А вы что, получается, вчетвером аж трэш будете держать? Ну типа, да, тут, так мы что таки делали. Нихуя себе, ебать. Ну, это такая, знаешь, тактика. Ты бись, нахуй. Старая. Это проверенная, блядь. Все, вот мы с тобой не умираем, и танчим, бегаем. Можешь стойки свичить, короче, чтобы не подыхать. Ну, я тотем там еще поставлю вам на запятление. Так ты же в Аршаме будешь. А, и чё? Агрессив, агрессив. А у нас этот остался же, да, Армс? А, агрессив Армс. Все, танки ставят максимально близко к этому, блядь, к воротам. Чтобы прям босс в воротах стоял. Ну, док, ты знаешь, начнешь МТшить. Умпалум, ты включил танка ауру? Да. А, Влад, все, я все. Предлагаю, блядь, дать гируспула, блядь, чтобы его продамажить. Дадим, конечно, Арчи. Давайте, таймер дал. Пока док ведет, никто сильно не бьет. Ханты можете поднапулить только, и все. Трапы раскидайте, мы по трапам проведем. Все, слип-код по РЛ, я тут повожу пока. Нихуя не вижу. Забирай. Забери. Угу, все нормально. У вас зомби убежал. Блять, друид. Ой, лови вокруг печеньки, пожалуйста. Второй хант, иди к нему, который с первой пати, и ставь ему скатер трапу, пожалуйста. Здесь я сам как бы справлюсь. С одним хантом. Ну, что тут трэш ко мне приходит, блин? Сова, иди поближе к боссу, встань, там Старфолс, вытыкай, пожалуйста. Трап, дай. Сейчас заведу. Забирай. Сейчас прожмешься, когда будет исцеление, я пойду топ. Иступление сводим, мобов сводим, Войд. На меня веди. Мобов слишком резко в них все слишком. Все мобов слишнулись. Мы ловим с тобой новых, Войд. Лови, которых фулл хп. Также води их, продолжай. Сливайте трэшик и свищите босса. Бес не забывайте жать, там любое замедление под них. Вообще все, что есть. Даже тауреновские станы можете давать. Все, добили дальше у босса. Наступление, рога сними. Рога. Все снял. Забирай.
А у тебя точно аура включена? Кружится. Стремление 10. Сводим, сводим. Пошли сводить. Небольшое наебалово, небольшое наебалово. Добивайте. Все, в трэш светимся. Добивайте 300. А, добивайте, 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 босса добейте. Пускай он ползет. Угу, все, красиво. Ты не верил, что мы так справимся. Это хороший лут. Это хороший лут. Мумуру ресим ты? Мумуру. Токен упал. Чей компет полдраться? Ой, лови, Войд. Я тут с лутом. Мне переспекиваться обратно? Да-да-да. А, Влад, я в тоби схожу на него. Бомжи что-то подъезжали, да? Теряйте мобов. Паладины. Можно нравится, нравится, нравится. Почаще, почаще кидай. Давай, давай. Ради тебя, вот давай. Друнника дам ради тебя, давай. Еще, на тебе еще. Я выглядит прикольно. Еще на тебе, на. Наслаждайся. Ах ты ж, блядь. Падали. Порисайте людей сперва, а потом остальное придем чистить. Я понял. Мне кажется, или боссом хп полезли? Мне кажется, или с пугами мы идем быстрее, чем мы шли с второй рейс. Просто у нас ДПС как бы такой средненький большинство рейда, но, блядь, боссы как-то быстро умирают. Ничего я говорю, это не рефабильно. Какой вид? Да нет. Шестерку больше пока нет. Не, пятая почти. Третий. Так. Ой, сейчас я буду гореть. Сейчас на удачу рыбу поставлю. Короче, на ФК пока чекну. Все ли меня слышат, чувствуют, унюхивают. Да. Я пришел. Так, все вроде здесь. Арчи. Малыш Бестыж и второй Ршам. Давайте вы направо идите от босса. На правую сторону. Первая, третья пати. Сейчас, секундочку. Нет, подождите, первая, третья пати. Нихуя. Да или да? Вот так вот-то. Вот так вот-то. А, первая, третья, да, направо идет. Вторая, четвертая налево идет. Хилы, кого не называл, идут налево. То есть справа должно быть два Аршама и Малыш Бестыж. Да? Так же называл?
Угу. Да, а справа один эрдру и ходячий труп. А, Влад, красный это минус, да, синий это... Так, теперь по тактике. Нам нужно убить звездочку и печеньку одновременно. Как мы только их убили, мы спрыгиваем вниз. И пока воет не сагрит, никто к боссу не подходит. Как он сагрил, вы бежите. Кто стоял справа, бил право, бил звездочку, идет в квадратик. Кто бил слева, бил печеньку, идет в крестик. Как только босс сменит полярность, у него будет каст смены полярности, у вас в дебафах, где у вас премиумы, блядь, знак, что вы ордынец, блядь, или изнеможение, дебафчик, возле мини-карты вот показывается. У кого эксперл, у вас сами по статье показывается. У вас появится плюсик или минусик. Заметьте, что цвет плюсика синий, а цвет минусика красный. И вы становитесь либо в красную метку, либо в синюю метку. Вы побегаете под боссом и не тупите. Как только он изменил полярность, я буду это анонсить. Вы сразу же посмотрели на свой дебафчик и перебежали в свою метку по цвету. Все запомнили? Сейчас я метку тогда поснимаю, судьи. На понимание тактики, кто понял? Вот, еще раз, кто понял, тыкает «да», кто не понял, тыкает «нет». Еще раз объясню в подробностях, кому что надо. Док, ну ты петух. Извини. Петрович. Ты также бегаешь. Ну давай, я с правой, ты с левой. Мы также, если что, вот с тобой перебегаем. Помнишь, да? Ну все. Кто не заслакает, тот красавец. Кто заслакает и будет выше 100 плюс 1000 урона по рейду, я буду лишать лута. Хоть как вы, блядь, будете наносить урон по рейду, я почекаю по логам и буду лишать лута вашего. Все, я на пол чекаю. У нас тут один человек с третьего и один с первого пати. Оба ретрики. Первая и третья идет направо, вторая и четвертая идет налево. Первая и третья направо, вторая и четвертая налево. Миша, вернись к нам. Мурмич. Понятно. Так, я слева нахуй, да, блядь? То справа, то слева. Не, там, где тебя назначили, там ты и бегаешь. Я говорю Мурмичу, который кот. Короче, малыш, бестыж направо, да? Ну да. Все, я тебя изначально назначил. Да. Все, я в чатик проносил. Все, на пол чекаю. Все там по своим местам, да? У меня нет, не отображается. Да, заебись. Подтверждайте. Фурик, где ты? Самое главное, забыл вам проанонсить, блядь, когда вы будете стоять в крестике и, блядь, в квадратике со своим дебафчиком, с плюсиком или с минусиком, у вас, чем ближе люди стоят с метками, с плюсом в одной куче, то у вас, получается, баф вешается от количества людей, и это количество людей увеличивает в процентах ваш урон. Поэтому это сильный ап, и мы гер дадим с пула после первого появления меток. Да, все, Молнии арчи поставишь, тотем от сил природы. У кого, блядь, микрофон работает? Сейчас выебу нахуй. На пол чекаю. Все, таймер даю, по таймеру пуляем. Слепкот, следи за левым, я за правым послежу. Ой, блядь, дай за всем послежу. Танков тебя роняйте только, пожалуйста, умоляю вас.
Вроде я нормально раскидал по процентам. Нормально, ровно идем. Угу. Чувство, когда в рекаунт заглянул. Перетраем. А то на поху вещь накидал для людей. Лево, чуть-чуть стопаните, звезду стопните, меньше бейте, блядь. Добивайте быстрее справа. Умоляю вас, добейте, брустаните сильно, сильно бейте. Ебать, ты куда попрыгал, нахуй? Вы куда попрыгали, ебать-то, урод? Спрыгивайте, бегите обратно. По луже, бегите обратно. Спрыгивайте, бегите обратно. С активацией Тадиуса. По-моему. Говорили стопнуть, блять. Сейчас внимательно следите, когда я говорю зодочка крепченько стоп, вы стопаете. Танков хильте на фул. Блять. Жим куда пишет. Справа пока стопните, 10% разницы. Да просто меньше бейте. Кто там справа у нас? Русика просто топани, гнитесь топани. Вот наберите там игрок будет. Что нападает. Давайте стопанем, что мы слишком далеко. А нормально. Пока нормально. Там сказали двоим в полсилы бить, пускай пока так бьют. Гнидочи, Руська, просто паните совсем, не бейте вообще. Все равно 5% разницы. Нас посмотрим, нормально сейчас более-менее посветуется. А тогда так же был. Смотри, почти уже выровнялось. Теперь да, теперь выровнялось. Добивайте. Все, обе бейте, оба бейте там, кто стопали. Все, спрыгиваем. Стоим, ждем. Войт, иди пуляй, по своим местам идем. Кто упал, мимо, залетайте обратно. Подождите. Да, к боссу не подходите, пока только танки. Войт, иди запуливай, блядь. Встали в крест и в квадратик. Смотрим. Сейчас будет смена. Смотрим за дебафчиком. Поменялись дебафы, смотрим, какие у вас. Красные и синие. Давайте, Геру нажимайте. Бахила вот. Ебаная шлюха, блядь. Хпала Эресни, пускай он там прям стоит и там хилит. Да. Смотрим за сдвигом. Сменился дебафчик, перебежали. Если он сменился, конечно. Не тупим. Паладин, вот нахуй ты побежал, блять, когда на тебя еще не кинулось ничего. Давай, Арчи, потей. Брусты свои нажимай. Там умпа-лумп кидай светлую джабу на этот на хп. Так, у нас два хила без маны. Прист, гимн скастуй после полярности. А, Петрович, ай, блядь, я хуею, да как вы так бегаете, вы чё, блядь? Очнитесь нахуй. Петрович, выйди в звезду, пожалуйста, и дай БР по малышу Бестыжу. В звезду выйди, БР не в свою метку зайди. А малыш Бестыж стоишь, ждёшь там, до сдвига полярности. Заходи быстрее. Стоишь да ждешь. Сейчас будет сдвиг полярный, смотрим за меткой. Сменилось, перебежали. Если не сменилось, то стоим, ждем. Захильте рейд. Милики, на макс ренжу встаньте. Мурмич. Мурмич, брат, выходи в звезду. Дай иннер по ринжи. Ринжи, да. Так же у тебя, Арчи? Мурмич, выйди в звезду. Сука, кот ебучий.
Не в Дискорде. В Лагере. Дайте все инеры по шаманам. Смена полярности. Сменилась, перебежали. Я в бахве. Арти Солянова. Тебе просто надо было сказать, чтобы они по разным сторонам бегали, а не по одной стороне. По сторонам, под боссом все бегается, не под надо. Под боссом блядь, бегается, блядь, не надо ничего придумывать, хуйню какую-то, блядь. Сколько раз убивал, нахуй, сюда так бегал, блядь. Ебланить не смена надо. Смена полярности, если вы ебланите, нахуй, то это не уже не мои проблемы, правильно? Я вам сказал, где стоять и как перебегать, нахуй. Вы тут. Залейте ману в арчи, он вообще без маны, у нас единственный хил без маны. Все инеры залейте в одного шамана в пятой пати. Он соло прохилит, я вас уверяю. Два танка еще нормальных. Я с тебя заберу пока мисс. Смена полярности, готовимся. Лишний урон не получаем. Сами себя хилим, пытаемся, спасаемся нахуй. Можем убить еще. Сменилась полярность, перебежали. Он полум бабл может нажать, чтобы не умереть. Да есть хпшка еще. Сам себя прохилить. А, понял. Эннока, ну теперь ты кидай Джагу на отхил, потому что без нее будет очень плохо. Смена полярности. Сменилась, перебежали. Не сменилась, стои на своих местах. А типа в чем прикол? У меня сменилась полярность, я все равно сдох ваншотом. У тебя хп не было. Да, хп. Нет, ну там, хп видишь, было. Прикол нет, в том, что еще бывает цепная молния. Она может ваншотнуть, у тебя хп мало само по себе. Ну, меня убил положительный заряд, хотя у меня был типа отрицательный дебаф. Кто-то наш не перебежал. Перебежал. Я не кто-то не перебежал, не про тебя говорю. А, окей. Сдвиг полярности. Перебежали. Че по прожимкам у тебя там? Заберу попозже. По хп там стрел. Забрал. Арч я останчу. Ой, бля, нихуя не забрал. Это я зря сделал, да? Да. Подгрипни немножко под себя. Еще лучше. Смена полярности. Не тупим только. Сейчас не паникуем, не тупим, ребята. Забери с меня. Арчи, давай на мужика, бля, я в тебя верю. Инеры посливали все в шамана. Однако бабл, если лезь, прожимай. Ты помощник сейчас для шамана. Смена полярности. Сменилась, перебежали. Забрал. Я под незыбкой остаюсь, а что дальше? А я питаюсь с ним. Смена полярности. Перебежали. Не тупим, ребята. Добить можем сейчас. На мужика прям идем. А я же, блядь, захилился. Ну ладно. У тебя есть? Ну все. Давай, на муж... Танчим. Отойди от него просто. И таунтами. Сдвиг полярности, смотрите как, аккуратненько стойте. Ну, конечно, молодцы, только, блядь. Да. А, еще раз напоминание для тех, кто не знает, как бегать. Вот это то, что было в классике, милики там, блядь, плюсики с одной стороны, минусики с другой бегают, этого сейчас быть не должно. Все бегают четко под боссом, чтобы минимизировать время, блядь, перехождение у вас с одной точки в другую. Чем дольше вы перебегаете, тем больше шансов, что вы кого-то ёбнете, как сейчас и было.
Поэтому я говорю, про старые тактики забываем, просто бегаем под босса, чтобы минимизировали это время. И милик... Нет, Мак, никогда, не заранее, нельзя бежать. Ты смотришь на добавчик, если он сменился, у тебя есть 5 секунд, чтобы перебежать. Ну не 5, чуть меньше. Да, если ты не перебежишь, будет больно. Как отвечаю на твой вопрос, как только сменилось. Именно сменилось. До того не надо бежать. А, я стерил тебе еще, да, не закидывал. Вот в чем проблема. Не, может, кто-то потом кидал. Кто Войт, кидал? Наверное. Ну, Войт, наверное, кидал. Ну, Войт, кидай, за что пороги, я сейчас не забуду. Ты, я позакидываю по коту. У меня постмагр стоит уже на кота. Ну, только две стерии по коту закину. Дэн, говори, когда кидать. Когда и кому. Если бы босс еще всегда ко мне жопой стоял, блядь, было бы вообще красиво. Мы можем потаунить в разные стороны, если мы не будем в одной стоять. Ну, Арчи красавец прям, вот лучший, блядь. Какая разница, это вообще мутик. Я что в жопу, что в лицо бить, оно почти однохуйственно, только полирование и все. В лицо однохуйственно. Я хуй знаю, как так в 4 мастерства играете, блядь. Это уклонение босса не беспокоит, когда в жопу бьешь, нет? Ну, для мутика это не сильно страшно. Ты один хуй ждешь, пока у тебя рага купится. Мне в любом случае проебываться будет. Ну... Там главное, яд настакал, блядь, и стоишь, расправой херачишь. Как бы у человека 50, ну, во всяком случае, на нубе было 28%. Это, ну, понятно. Ну, сейчас 5% как бы уклонений, 33% парирования, блядь, и промахов 27%. Парирование понятно. Вот у меня показывает, типа, на Анубе у него было 20% скользь. Сколько? 22% это уклоны от его автоатак. И, ну, понятно, некоторые были промахи, потому что меткости надо докидать. У тебя отравление, 2 парирования, 4 уклона было. Ну, как бы до хера. Просто какой-то придурок ляпнул такую хрень, что типа, когда ты бьешь босса в спину, он не уклоняется. Это тебе не ПВП, он уклоняется. А камнями смысла нет добирать, если у тебя своего мастерства хотя бы 18 нет, то про камни забудь нафиг. Рыбу поели, разбафали касочки, поставь в шкаф, засумоним людей, кто долго бегает. Небось, дворфа с короткими ногами. А, у нас слуг бежит, я понял. Сам дворф, да, с короткими ногами. Там первая шмотка 37 минут еще. С паучьего. Но все равно, Влад, ты заметил, сколько людей попадало, мы, блядь, до 2 лямов довели. Такое ощущение, будто реально им ХП порезали. Да, возможно, и порезали. Надо скины посмотреть старые. 60 ну, лямов, я вообще забыла. А, ну да, порезали. Было 80 вроде бы, да? Я вот не помню сколько. Я, блядь, на ХП вообще не смотрю. Первое, когда так вообще, блядь, ёбнешься. Ну да, там, блядь, пол человека отвалилось, но это один плюс БР. Все уже вайпно. Рыбу поесть не забудьте. Каски дать и поварам, по шаманам, шкафчик еби. Только не в рыбу. Шкафчик. Ладно. Бог с ним, новый поставим. Засумоньте энха нашего.
Кстати, я помню, на X2 прикольный баг был. Ешь рыбу. На ауру Энха. То есть она дает 10% силы атаки, да? А у нее еще на всех вешалось 9 мастерства. Такая имба была, блядь. Потом из-за одной какой-то дебильной гильдии все понерфили. Все, по своим местам так же бежим, как и стояли. На пол чекаю. И не тупите, сука, не тупите. Тупите урон по союзникам, у кого есть аккаунт. А, там особо как бы нет смысла. Хару, все дамажили. Понять не могу, где Хархус? Почему ты не слева? Хархус. Ну ты в натуре, Хархус. Так, урон по союзникам. 200к агрессив, что? А я как 206к. Что за пиздёж? Ну это когда народ, видимо, бегал или еще что-то. Там не всегда корректно показывает. Так. Да, скорее всего, при вайпе надамажил. Когда это притягивали туда-сюда. Милики, опять же, советую на максимальной рендже от босса держаться, чтобы не было вот таких эксцессов. И народ, вот конкретно кого бэрят в звездочке, да, не вставайте, пока человек вас бэрнувший от вас не отойдет, потому что вас ёбнет от полярности. И только когда на вас кинется полярность, побежите в ту или иную метку. Потому что сейчас я очень долго ржал. Так, все, все готовы. Даю таймер. Зачем говори про истерию? Тебя где сейчас есть? Лок, пока тоже постопаешь, потихо, последи за процентами сам. У тебя вроде бы голова на человека есть. Да не, сейчас нормально будет. Бля, он теперь справа его перебивает. Лок, давай, бей, короче. В полную силу. С двух ног. А как так танк-то умер, блядь? Блядь, БР быстрее дайте по нему. Пиздец. Давайте ложимся, дайте диваны, у кого есть. Дядя, как вы там? Спускайтесь к воротам спускайтесь и дайте диваны. СС развешен на кого-нибудь, Гнидович. Поставишь хламобота? Народ починится. Я понимаю, ни одного... Нет, Ринджа... А Ринджа просто резнулся. Ну вставайте, бегите, дайте там кто-нибудь на входе этого, поставьте мамонта, у кого есть. Поставлю. Пусть люди починятся. На входе стой, сейчас вам делать поставят хуйню. Арчи, ты посиди еще потихой. Потерпи. Еще, бля, понять не мог, как я агро сорвал. Потом смотрю, танк умер, думаю, ладно, понятно, блядь. Не, бывает, больно бьет с этой, с правой стороны, когда перекидывает, типа, блядь, не успеют прохиливать. Я чисто в прожимках летаю, блядь. То пета сожру, блядь, то хпшку нажму. Да врывайся, Арчи, в дис, что ты, блядь? Нормальный вроде люди. Может, парихас был.
А, не, это не парихаст, у него же скорость атаки увеличивается на 200%. Ну так это у него увеличенная атака, так он по 3 секунды долго делает. Значит, его кто-то в ебальник поколотил без мастерства. Видимо, чей-то пэт. Видимо, БДК, как бы. Соберись с танком мастерство, блядь. Либо вы, либо этот кто-то из пэта. Либо нас, да. Не, может... Да. На любое парирование. Там, кстати, прикол в том, что можно вызвать бомжей и вайпнуть вообще. Кстати, бомжи, скорее всего. А их разве задавали? Не знаю. А у нас есть вообще ДК, кроме танков? Да. Хант, аспект только выруби в трубе. Когда допронос ставить будем? Ну-ка. Там по времени день, ночь. На вторник могу поставить. На вторник, в принципе, можно как раз понедельник на смене. Еще доплю у нас как бы времени еще нормально. Детская. Нет, так, у меня максимум полчаса еще. Да, блин, ты ж понимаешь, рейд важнее. Хули ты как этот, не тот. Как который я? Ну, как тот, который не этот. Ты чё, падаля, охуел, что ли? Дайте эту хуйню, рыбку. Поставь гнидый шкаф. Ага, опять. Заразительно. И я вот тут рыбку едите, чем вам тартары нахерачу. Не, ну жрать пита в полете это прям было гениально, конечно. А ты же Дэн был, когда Никита в соло молча танчил? В обычке. Не, не был. Я, короче, с пула подох, и он Солянова танчил. Это еще гир был, еще кару гир не был на X3. Все кого молчазара? Ну. БДК, который выживал на ДСах, блядь, 304. Я не помню, в каре гер там же стаки, пиздец. Не, в каре обычки. А, в обычке-то там хули. Обычки-то похуй вообще. Ну, обычки вообще, да, не фикшена обычка, когда только вышла, конечно, похуй. Да, это второй ХД, ебать. Да, веселая была. Особенно, когда по перваку на танках. Гнев веселый был, ну, в обычке, блядь. Когда еще у танков... Помнишь, у танков, когда ХП до единицы тоже падало? Ну, кайф. Вот это вот было вообще самое оно. Так, рыбу поели, разбафали? Дайте фулбафы. На АФК пока чекну. Касок да нету, ребят, разбафайте касок. Страй делаем. Если чего, входа паролем шмотки. Ну, пытается что-то вроде как-то бафает. Нет, там паладин что-то не встает, который Энака. Энакин! Энакин!
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Зачем? Зачем ты стал небафующим паладином? О, господи, ебать. Ты что, Звездных войн пересмотрел? Конкретно сейчас я пересмотрел Порно Хаба. Учитывая, не, ну, что... ребят, ну... ну, серьезно, это какой-то, блядь, гон вообще, блядь. Это пока просто... не убили вот этой хуйни, да? Плюсаните в чат. А? Плюсани в чат. А ты мне хочешь что-то подарить? Не, он хочет сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Пойти нахуй, в смысле? О, паладин начал бафать, все. Мы выживем, пацаны. Паладин ожил. О, нифига, чей-то прикольный скелетик. Я, в смысле? Я прикольный. Не знаю. Я не кейный. Панда или что-то. А можно каску охотнику, нихуя. Дайте каску охотнику. А, наверное, маг меня спросил, кто РЛ, чтобы кинуть в ЧС, я понял. Давайте, разбегайте по своим местам. Дайте там по шаманам каски раскидай. Нету касок на шаманах. А кто РЛ вообще нашей хуйни вот это все? А, началось, арти, все синие, походу. Так. Таймер, да, уже все подтвердили. Не тупим, атака через вон сколько-то секунд. Давайте, ребята, соберитесь, давайте, блядь, я вас верю. А? Как и мы в тебя. Я буду все анонсить, ребята, не беспокойтесь. А, ребят, сейчас смотрите, вот эту хуйню убиваем, да? Вы прыгаете, блядь. Не падайте вниз, нахуй, как полный додик, как это делаю я, нахуй. Если вы не уверены в себе, попросите в пати у вас там магов, престов, пускай вам кинут левитацию. Это первая вообще фигнюшка, которую нужно сделать. Слушайте, что дальше происходит. Мы прыгаем вниз, нахуй. Вы подходите к боссу, блядь, нахуй, блядь. И ждете ебучего дебафа, нахуй, блядь. На вас кинулся красная или синяя метка, нахуй, блядь. Вы смотрите в ебучие дебафы, блядь. Смотрите, на вас, нахуй, там красная метка, вы побежали в красную, нахуй. Все, это весь босс, блядь, нахуй. Вам анонсируют, когда он там метки, это ебучие, нахуй. Ну, в смысле, дебаф меняется, нахуй. Вы просто бежите под боссом, блядь, вы не прыгаете, вы просто перебегаете, и все, нахуй. Вам ничего не надо делать, нахуй. Все, вы перебежали, встали, дамажите дальше. 4% разницы. Стопайте слева, слева стопайте. Звезда, стопайте. Блядь, лево-право путаешь. Справа, справа, стопайте. Звезда, стопайте. Вообще не бейте, стойте. Все, играйте, поверил. добивайте. Танков держите на фул. Красиво. Все, прыгаем, никто не падает, блядь. Войт, иди запуливай. Запуливай. Встали по своим меточкам, стоим, ждем. На максимальной рендже от босса. Сейчас будет смена полярности. Как полярность будет, да, 6 или? Я дам, да, хорошо. Смена полярности. Смотрим полярность, блядь. По своим местам пошли. Геру давайте, Арчи. А, сейчас дойду и... Кратно, пожалуйста. А, все танки в синих, я понял. Вот, блядь, это весь босс, нахуй, вот сейчас. Смена полярность, ебать. Как нахуй так убило? Да я не знаю, где-то он убился сам. Сдвиг полярности, готовимся. Смотрим за добавчиком. Перебежали. Если поменялось. Конечно. Ну просто есть люди. Там по истерии скажи, если что. Там вторая еще есть. Когда да кидай. Вот, люди все походу понимают, вот сейчас все перебежали нормально. Вот просто так же все работаем и все, мы сейчас его убиваем нахуй. Да, давайте ДПСа больше, сдвиг полярности через 5 секунд, он еще будет кастовать. Следим за дебафчиком, смотрим, смена, раз, сменилась, перебежали. Все, не тупим, дефочки свои отдаем, танков хилим. Музыка еще заебатая играет.
Я, короче, подгорел, нахуй, пошел на балкон покурить, мол. Понял, думаю, покурить, приду, нахуй, блять, вот так буду всем делать. Пик полярности. Готовимся, смотрим. Сменились. Красавцы. Много друидов, много дубовых кож, много транквилов. Не забывайте отдавать все это, помогать хилам. Потому что бывает, кто-то заслакает один, потом цепнуха и много людей и без хп. Нужно срочно будет захиливать. Смена полярности, готовимся. Сменилось, перебежали. Когда бежишь, гимн на ману спой, плиз. Сдвиг полярности, готовимся. Смотрим за дебафом. Сменился, перебежали. Не откатилось? Нет, еще 28 секунд. Вам ДПСа надо больше, блядь, ребята. Прожимайте, давайте. Хватает пока потихо. Сдвиг полярности, 3 секунды. Смотрим за дебафом. Перебежали. Прохильте людей, прохильте. Поверните его мордой в синюю, если можно. Давай, я затаунтил. На тебе истерию заодно. Как отец, давай, раздамашиваем. Смена полярности, смотрим. Сменилось, перебежали. И баллон в красном. Затаунти, вот там. Синий, ну ладно, все, дом терпи. Понял. Не, не надо. Потому что больше еще людей ёбну. Смена полярности сейчас будет. У нас еще, в принципе, полминуты должно быть. Сменилась полярность. Да, ты перебежал? Нет, так же мордой в красную. А может. Войд? Войд можешь? Прожимайте свои бурсты, дамажьте, как это. Давайте, блядь. Покажите свои ДПСы. Он полум шестеру дает. Говорил про 4 косаря еле-еле. Смена полярности. Сменилась, перебежали. Сейчас морда в синюю, пожалуйста. Ты там его это? Там тогда. Больше, 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 больше. Еще больше. Ля, вроде говорю, вроде бы растет ДПС рейда, но вы все равно не дамажите. Больше бейте. Думаешь, это работает? Растет, растет. 150 уже было, 134. Сменилось, полярность, перебежали. Морда в синюю, пожалуйста. Минус 2 у нас, блядь. Минус 3, точнее. Можем добить, ребята, если постараетесь чуть-чуть. 150 с минус 3, блядь. Было 134, ебать. Давайте, как мужики, блядь. Последний раз, нахуй. Первый класс. Захильте рейд. Сдвиг полярности сейчас будет. Смотрим. Перебежали. Аккуратненько, смотрим. Максимально рейнджа атаки, милики. Добивайте. Стоим на местах, никто никуда не бежит, сука. Плюсики, пошли, блядь. Алло, плюсики. Портал. Минусики в назад пошли, 5 шагов сделал, видать, я залутаюсь. Залутаюсь. А где я-то, ебать, в третьей фате, понял. Сейчас друид ресает, не вставайте, а то вам будет бобо. Пизда тебе. Нет, живой? Нет, пизда тебе. Так тебя ресали, сказали, блядь, не вставать, кого друид ресает. Не знаю, кому я это говорил, блядь. Сейчас ждем, пока спадает дебаф,
идем в начало, я разролю шмотки с первых боссов. Ждем только, пока дебафчик спадет. Это у тебя спал, у других-то не спал. Он же не только ты дамажишь, но и тебя. Все, можете выходить. Сначала арест там и так далее. Я вам тропинку из меток поставил, на себя сейчас звезду вылуплю. У нас есть 16 минут с первой шмотки. Сейчас разролю. Хотя бы сумку одну, блядь. Буешки на лаз оставлю. Покидайте тела, вставайте. Так, я так понял, сейчас первого босса разролим и все, дальше пойдем, да? Дальше пойдем. Значит, пульса будет. Тройте шею. Эрдру. Холипао, думаю, пойдет с МП5 тебе. Шомин тоже. Аршам. Аршомин, давай. Трейд сам буду кидать, просто подойдите поближе к звездочке. Вторая шмотка кольчуга с критом МП5. Ну, я думаю, туда же Шомин. Если надо, никому на дис рольте. Не надо, трэш, давай сейчас, пускай люди покурят, кому лут не нужен пока. Сотка, Локи, надо же, дальше ролла ждать не буду, у тебя на дизенчант. Можешь все на ршам оставить. Под манаем рыба стоит, кушайте. Пока мы здесь. РЛ, там две сотки было, РЛ. Да это, блядь, на дизенчант. Ничего, ну я бы на успех взял так. Напиши, человек. Локи, я... ну вот напиши Локи ему, да и все, ты энх. Эти сотки берете, вы что, охуели что ли? Плащик забирает, походу, да, Шоман Ршам. На, держи, дело сегодня хорошо. Люди даже не ролили. Ты их задизморалил. Сейчас бы тоже сотку выкинул. Рано сдаешь. Голова вкусная. Престов нет, я бы забрал бы. На офспек давай, забирай, если надо тебе. Этот друг тоже хороший тебе. Ну, лучше, чем нихуя, но... Лыжи Вестыш, 85, ГЦ. Хотя, учитывая твою голову, она лучше. Там тоже метасаки-то нет. Я тоже так думаю. У меня вообще говно, блядь. Плащик с Агилой. Давай, наверное, котяра моего из анролил, да? Да смотрите сами, у меня так... А, ну агрессив, в принципе, вырулил сам. У меня такой же. Ромакидон. Ладно, шею. Холипал. Эрдрушники. Ршамчики. Ты ж себе хотел агрессию, забирай. Эрдру. Ну, Эршам уже забрал себе такую. Да? Ну, хуй себе. Да. Поэтому друид 80. Пояс ротик, да, без ЕП будем, потому что у нас пугареет, в принципе. Холипал, надо тебе? Хорош поясок. Ну, кому на оф надо ролить? Давайте на оф порольте, кому надо. Янако. Второй, ему полуп, ну, на тебе, на успех. Ну, вроде все, вула. А. На приколе. Ну, на единичку больше, на забирай. Ладно. Базару нет, брать. Дробяшку. Рога 1.6, в принципе, прикольно. Ну, ты ролл кинь, прикол. Ну, ты дничку кинешь. Блин, ну давай я по приколу кину.
Видишь? Ты не прикольный. Я бы все равно ее распустил. Плащик с хуйней всякой, СМП-5. Хил надо кому-то? Плащик. Помойка с хостой балой лучше. На ДЦ прям. Мусор. Да заебись. СПД, крипто. На дизенчант рольте. На офспек рольте, на офспек рольте. Инака на офспек 44. Мумура, на тебе, на соседнем, я тебе верю. А грудак еще не ролили, который на меткость там, мастерство? Силовой? Нет, да. Джит еще. Окей. Треньку хиловскую. Ршамы, ордру. Агрессив. Это пизда вообще, ебать. На, держи, лови, сосать за щеки, нахуй. Что-то на арчи забирай. Что этот на шамане себе позволяет? 90 кидай, да? Давала бы она какая-нибудь МП5, он вообще попал. Это низкие ткани. Да она прикольно 3 на самом деле. Да? Ей у меня хоть и уродские КГТ, блядь, но она с нами прикольная. Вот реально КД убрали. Спирит, Эрдру, хорош. 90 на, забирай. Кстати, в курсе вот у подобной способности этого высшего эльфа баг есть один. Конкретно у шамана и у Эрдру. Честь и крольте. С меткостью мастерством. О, хороший грудак прям. Полумб. Он, видимо... А, да? А там у типа 91, забей. Ну, что, что он... меткости мастер. Звезде подойди, к звезде подойди, к звезде, к звезде подойди. ДК. А то я тебя сейчас укушу за ногу. Блять, 5 сокетов на мастерство, 5 сокетов на меткость дает. Это, блять, вообще пиздец. 3% от одной шмотки. Круче только грудак с Хейгана, по-моему. Хулипал, надо на тебе, нет? На офспек-то горольте? Он подумал, походу, ты хапала собираешь. Мне кажется, он себе просто трансмог беленький собирает вот этот. Колечко. Давай 40 голды, а то, блядь, все равно распылять его собираюсь, нахуй. Колечко не вкус. Да, надо дать только другому человеку, пускай он заберет. Ходячий труп ГЦ. А два кольца можно таких носить? Нет, они уникально используются. Ну и нахуй на него. Тога Аршам. Полтинник. Да хотя бы голд, блядь, 20. Ля ты мышь, ты 5 голды зажмотил или чё, блядь? Еврейская рожа, нахуй. Метка скрит башка. Ой, ебать, найсовая башка такая. Без метасокета. Ты чё, блядь? 3% урона. Мне випка столько дает, блядь, алюно. Тебе випка урон дает, а метасокет критический урон. А ну, блядь, это не одно и то же, в принципе. То есть у меня критический урон не апается от випки. Ты это хочешь сказать? Вот давай сейчас без этих споров. Конкретно критический урон нет, и апается общий урон, который в переводе в критический будет еще. Ну, так в общий урон и входит критический, получается. Короче, не суть, Дэн, у тебя весь урон от випки апается. И эти, блядь, 4% пизде, чем 3 критического. Нахуй, прекращай нажимать свой ролл, ебать. Так. Друидик выиграл, да? Кто голову выиграл? Голову выиграл Паладос. Энако. Голову с Агилой, меткостью, критом. Рога надо тебе? Хорошая штука. Без метасокета. На офспек рестер друиды. Рога забрал. На, все тогда на офспек не канает.
Подойди поближе ко мне, к звезде. Короче, нахуй. Увидите волшебный ролл? Охота въебать в ноутбук просто. Рога, ты где делся, блядь? Ты чё, уже у босса, что ли? Я сейчас тебе ГП въебу. Не с гильдии, да? С гильдии въебу сейчас. Рога, подойдёшь ко мне? Не нужна, не нужна голова. Дай своим. Не нужна. Так. Давай мне. Кто я там тогда следующий по роллу? Я могу на ханта одеть. Нормально будет. Ну, на ханта. Давай, у кого меньше ролл, тот выигрывает. Типа, это голова на рога, она... Ну, типа, на ханта такой тоже себе. Ну, посмотри мою. Я бы отдал роге. Погоди, че, перебил. Мы же по спеку ролим, правильно? Ну, да. Я вот сейчас башку сролил, короче, выкинулся. Там хан кинул больше, типа. Да, кот. Ну на, кот, на тебе. Это по факту, типа, твоя башка. Хантона не идет. Мурмич, да прекращай, нахуй оно тебе надо. Ты че, ебать, у тебя и так уже аж, ебать, рассосало нихуево. Рольте плечики красивые. А ну это энху, блядь. Давай пополам, распили ее нахуй, будем пополам. Энху, ханту. Верзевул. Энх, будешь кидать ролл? У него с мастерством. А, надо? Ну, бери. С хостой ему тоже вкусно будет. Ну, еще одни такие же. Верзивул тебе надо? Я так хантам завидую, пиздец. Они уже в Ульдуаре смогут себе софткап собрать. Без потери крита. По-вкусному идем, токены, ребята. Одни, наверное, себе, блядь, сука, хуй за анролю. Ну, выиграли на меня гильдия, пожалуйста. Да иди на... А чё, это же штаны 213-е, типа, чё, за баджи никто не покупает, что ли? Дай ОД. Баджи тратить, если можно здесь взять. В натуре. Руська Про, так, а, Уникс. Уникс. Уникс выигрывает. Да? Уникс же выиграл, правильно? Да. Я бы не давал ему, он тебя вычислял, что-то, я не знаю, опасный какой-то. Да, вдруг он меня в ЧС закинул. Пал жрец лок токен. Рольте ножки. Вкусные. Энако. Все, палу отдаю, раз вы не хотите ролить. Вам невкусно, по-моему, да? Токен Рога Дегамаг Друид. 80. Ну-ка, это сука, плечи, убрали что? Пальцы с ролла, блядь. Конечно, плечи, у меня вон синие стоят, блядь. Да. Ну-ка. Все, анроллом получается. Сейчас такое. Ноги рольте. Все, токен я выиграл. Я хоть что-то воин, выиграл. Охотник, шаман, напоминаю. Так, там воин 85 кинул, потом... 94, шаман. Шаман выиграл 94. Арчина, забирай. Так, ну и буешки мы под конец рейда разрулим. Там три сапога. Да. Почти пара, можно сказать. Идите пока трэш-пароль, это побейте.